Привет. Расскажи, как тебя зовут и сколько тебе лет? Меня зовут Ирина, мне 20 лет. Как давно ты куришь? Я курю на протяжении уже года, начиная с колледжа. Вот. И сейчас тоже как бы продолжаю, но вскоре, наверное, брошу. Вот. В колледже ты давно учишься? В колледже училась 4 года назад. Я закончила в 2019 году. У меня 4 специализации. Какие? Учитель музыки. То есть это, получается, музыкальный руководитель, артист-вокалист и народник. Ты, значит, хорошо поешь? Да. Я в народном хоре работала. Сейчас уже перестала там петь, да? Да, перестала. Ну, так-то у нас было около 30 человек в хоре. И посередине у нас учитель стоял с баяном, и мы с ним, получается, пели разные песни. Там, голоса там делились на 3 голоса. Это сопрано, это высокий голос у девочек. Получается, средний альт, это мой голос, альт первый. И альт второй, это низкий голос. И мужчины, тенор и бас. Помнишь, как начала курить? Опиши свою первую сигарету. Ну, первая сигарета у меня получилась в колледже. Мы с девочками вышли покурить на очередной переменке 5-минутной. И как-то ощущение было сначала не очень, но потом уже такое, как привыкающее. Ну, было неприятное такое ощущение поначалу. Но потом уже, как начинаешь привыкать, со вкусом кнопки... Особенно, когда это было там Филипп Моррис с арбузом, там был вкус еще более отдаляющий, да еще и запахом. Давай закурим. Давай. У нас сейчас без кнопки, правда. И крепкие. Мальборо. Ты курил их раньше? Раньше, да. Но более тонкие. Угу. Instant он ставил, но это Мальборо. После того, как ты попробовал свою первую сигарету, сколько времени прошло перед тем, как ты начала курить каждый день, вот изо дня в день? Наверное, неделя прошла. И я потихоньку начала уже привыкать к одной сигарете, ко второй. Сколько сигарет в день ты обычно куришь? Могла выкуривать и по 10 сигарет в день. Это в зависимости еще от ситуации и что происходит в жизни. Как бы еще и такие бывают моменты. Там разозлилась, например, очень сильно, и у тебя сильные эмоции, и тебе очень хочется закурить, чтобы тебя немножко расслабило и немножко дало понять, что как бы не все как бы потеряно, и все как бы станет лучше намного. А сколько подряд сигарет у тебя максимально получалось выкуривать? Максимально, ну, пачку я смогла выкуривать. Не, я имею в виду подряд одну за одной, если курить. Если одну за одной, то максимум 10 тоже. Угу. Какие условия были, что ты 10 сигарет подряд курила? В клубе как? Бывает, когда напьешься с девочками, где-нибудь там, ну, на квартире пьем, отдыхаем. И тогда уже получалось так, что мы все собираемся, уже подвыпили потихоньку и начинать травить истории разные. И тогда уже началось. Выпил и пошли сига за сигаретой, как бы. Одна за одной, одна за одной. И когда уже напился, уже пьяный, хочется вот сигарету подкурить, и она уже, получается, потихоньку начинает заканчиваться и еще больше дает по голове. Таким образом, усиливаешь эффект того, что выпил, да. А пробовал ли без рук курить? Да, пробовала. Попробуй сейчас, пожалуйста, и при этом голову поверни направо максимально. Подними подбородок повыше, чтобы дым в глаза не попадал. И еще больше разверни голову вправо. Хорошо. А ты умеешь кольца пускать? Как-то получалось, когда вейп там курила или кальян. Но сейчас не знаю, получится, нет. Попробуй, а то вдруг получится.
Не, не получается. Еще разок, только голову вправо разверните. Ой. Ну, ничего страшного, подкури. Не, ее же подкури, я имею в виду. Да, но тут еще горит. Да. Ну, слушай, она еще не затух. Угу, я понял. Не получается. Какие сигареты у тебя самые любимые? Филипп Моррис с арбузом. То есть с кнопкой, да? Да. Либо ПС тоже с арбузом. Мне нравится. ПС либо... как расшифровывается? Паркерс? Не помню. Я тоже не помню. Либо ЛД, но там желтая кнопка. Она более с дыней такая. Угу. Прикольная. А чувствуешь ли зависимость от курения? Нет. Я могу просто покурить там одну-две, но потом как-то бросить и потом начать через месяц, могу через неделю. Как бы нету зависимости. А курение как-то сказывается на твоем здоровье? Особо нет. Оно не сказывается. Отдышки, кашель, там ничего такого нет? Нет. Отдышки такой нет. А когда ты куришь, ты когда открываешь пачку и когда бычки выбрасываешь, ты их выбрасываешь на землю, там мусоришь или всегда в мусорку? Я подхожу к остановке, докуриваю там сигарету и выбрасываю прямо в мусорку. Я не бросаю куда-нибудь на пол или на асфальт. А в тот момент, когда куришь, бывает, что ты плюешься? Плюешься или ты? Да, я, бывает, выплевываю. Как это? Аккуратно или так, как мужики прям? Не, аккуратно. Просто бывает, когда выделяется вот это вот против курения, у нас же есть творски специальные, которые защищают от того, чтобы не засорялось у нас там ничего внутри. Ворски там специальные именно такие. Ворс, ты имеешь? Да, 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 да. И они все время выталкивают это все наружу, и вот это поэтому плевок такой получается. Ну, тогда следующую сигарету мы когда будем курить, ты не сдерживай себя, если захочется. Сплюнешь, хорошо. Плюнешь пепельницу. Хорошо. Сколько обычно времени проходит между сигаретами перед тем, как снова появляется желание покурить? Даже не знаю. По-разному, может быть. Да, ну да, по-разному. Как бы. Ладно. А как часто после сна у тебя первая сигарета? После сна, может быть, утром. После кофе, например. Или с кофе на подъезд выйти, покурить, а потом выбросить пепельницу. На голодный желудок, соответственно. Да. А за весь день какая у тебя самая приятная и любимая сигарета? Ближе к вечеру, когда выходишь на улицу. Там уже звезды на небе, и уже можно посмотреть на них, как бы на вид, и ты еще куришь вместе с ветром. Как бы такая обстановка, такая романтичная. Вот. А у тебя отношения есть? Отношений нет. Я имею в виду, может быть, парень твой против? Когда у тебя был парень, он был против того, что ты куришь? Да, бывало такие отношения, что парень был против этого. Но я говорю, что, возможно, со временем я как-то кину, но сейчас пока что не могу. Сам он не курил при этом? Да, хотя он сам и курил, помимо этого, помимо меня. А, то есть курил? Да, он курил, но меня заставлял бросать. Понял. А вот после вот, первой сигареты, нескольких затяжек, что ты чувствуешь? Какие там ощущения у тебя? Бывает, что голова кружится. Тебе нравятся эти ощущения? Когда голова да, кружится? Это очень такое ощущение, как будто как наркотик какой-то. Нравится ли тебе вкус и запах сигарет? Запах не совсем нравится. А вот именно вкус, как именно вот от кнопки, то он может действительно нравиться. Это если сигареты, которые с кнопкой, да? Да, именно с кнопкой. А вот эти Marlboro нормальные, они по вкусу? Да, вроде бы нормальные. Или у них особо нет вкуса? Ну, не такие безвкусные, угу, так скажем. Можешь описать, что в курении тебе нравится больше всего? Больше в курении мне нравится дым. Дым, в смысле, как он выглядит или когда он внутри у тебя? Как он выглядит? Или когда я его изо рта выпускаю, либо из носа? Ты, кстати, готова повыпускать снова дым изо рта и из носа? Да. Вторую сигарету закурим? Да, можно. Больше голову вправо поверни и повыдыхай еще несколько раз.
можешь делать две затяжки, не выдыхая. То есть вдохнула и потом еще раз вдохнула, и потом только выдохнула. Сейчас попробую. Не увидел. То есть смотри, одну тяжку сделала, и потом еще раз, а потом только выдыхаешь. И еще вторую сразу. Вот, и теперь выдыхаешь. Поняла, да, как? Да. Сможешь еще раз? Да. Или так тяжело? Попробую. А ты куришь ради удовольствия или больше от зависимости? Ради удовольствия. Сожалеешь ли о том, что начала курить? Нет, не сожалею. Тебя все устраивает, в принципе? Да. Это все зависит от меня и от моего выбора. А знаешь о том, что есть люди, которые любят смотреть на курящих девушек, и как ты к этому относишься? Я считаю, что это вполне нормально, даже когда, например, девушка с парнем, да, сидят, и как бы смотреть это даже очень сексуально. Может быть, ты себя более сексуально ощущаешь во время курения? Да, более сексуально себя ощущаю. Как думаешь, идет ли у тебя сигарета? Думаю, да. А дома куришь? Да, но только в подъезде. А с кем ты живешь? Живу с мамой. Мама против того, что ты куришь? Нет, не против. Как бы это мой личный выбор. Угу. И она к этому нормально вполне относится. Если случится так, что у тебя беременность будет, ты бросишь курить? Да. Просто я считаю, что если ради ребенка, я хочу, чтобы он был здоровым, поэтому я буду всегда стараться, чтобы сделать это лучше. И то есть бросить курить и заботиться о ребенке и о своем здоровье больше. Ну это и пить придется бросить, да? Часто ты вообще? Я особо не пью. Ага. Я могу пить там, например, на праздниках, либо с девочками там посидеть, подумать, поговорить о разных вещах. Что ты пьешь обычно? Какие спиртные напитки? Могу пить виски шоколадный. Шоколадный. Ну, получается, это как коньячная настойка. Коньячно-вишневая такая вот. Либо виски с колой там разводить. Вот. Шампанское могу. Вино пить могу. Смотри при этом в камеру всегда. Расскажи о своих хобби, пожалуйста. В основном я занимаюсь спортом. То есть я бегаю по утрам. Я приседаю. Помимо этого я рисую, пою. Раньше как-то занималась лыжами горными. Баскетболом занималась. С твоим ростом баскетболом? Да, но это когда-то было давно, еще в школе. Да, зрители, наверное, просто этого не видят. Я это сам вижу глазами. Твой рост, можно скажу? Да, конечно. В сантиметрах это 150 сантиметров, поэтому я удивился насчет баскетбола. Вот. А приседаешь ты ради чего? Чтобы... Ну, чтобы мне нравилось мое тело. То есть поп-поп? И... Ну, да. А ты с весом приседаешь или просто так? Могу с весом, могу без. Со штангой, да? Нет, не со штангой, там, с пятилитрушками могу приседать. То есть у тебя даже нету ни гантелей, ничего такого специального? Нет. А твои родители курили ли, когда ты была маленькая? Папа. Мама нет, только папа, да? Да. Обращаешь ли ты внимание на предупреждающие знаки о вреде курения на сигаретах? Нет. Тебе до них нет дела никакого? Нет. Куришь ли ты кальян или вейп, или как часто? У меня есть кальян, но я его как-то бросила, потому что я раньше занималась им сама. То есть у меня свой кальян. Угу. Вот. И вейп у меня есть свой. А сигары куришь? Сигареты? Сигары. Нет, сигары нет. Раздражает ли тебя запах сигарет в тот момент, когда ты не куришь? Да, бывает, что прохожие курят, и мне противно от этого запаха. Потому что мы вдыхаем больше, чем тогда, когда мы курим. Когда пассивное курение, ты имеешь? Да. А есть ли у тебя какие-то ритуалы, традиции, которые связаны с курением? Нет.
Такого не наблюдал. Ну, я имею в виду, там, кофе с утра с сигареткой, это же тоже ритуал сам по себе. Я об этом не задумывалась. Ладно. А что ты обычно делаешь, чтобы убрать запах или вкус табачного дыма изо рта? Я могу либо почистить зубы полностью с пастой зубной, либо жвачка, там обычно вкусовая, там разная. А тем, кто не курит, ты советовала начать курить? Ну, это как бы зависит от их желания. Я бы, не знаю, советовала, может быть, и не советовала. Это как бы ваше желание. Сами выбираете. То есть ты сама никогда никого не подталкивала? Нет, нет. То есть могла там друзьям предложить, либо еще там что-то. Все они хотят, в принципе. Все отказываются, то есть? Ну, не все. Бывает, там с другом выйдем, покурим. То есть были люди, которым ты советовала, и они соглашались, да? Да. А из тех, кто соглашался, появились ли курильщики, которые прям постоянно теперь курят? Нет, ну они как бы не постоянные. Но они бывали сами по себе, просто покуривали иногда и со мной как бы просто курили за компанию. А ты считала, сколько денег в месяц у тебя на сигареты уходит? Нет, не считала. Не задавалась таким вопросом? Нет. Ну все, Ирина, мои вопросы закончены. Спасибо тебе за участие в интервью. И вам спасибо большое. До свидания.